привет, дорогие друзья, на связи Кас, да Юрчик, ребята, и сегодня со мной играет Димка Федоров. Это у нас, ребята, провинция. Здорово всем. Что ж, ребятушки, шестой сервер, мы продолжаем здесь играть и развиваться, и сегодня у нас будет очередная битва ютуберов, потому что на провинцию, о чудо, завезли обнову, и довольно-таки интересную, связанную с гонками. Но, ребят, на самом деле-то еще, пока мы собирались ее заснять, завезли буквально два дня назад еще одну обнову, и у нас изменились на провинции, ребята, все абсолютно документы. В общем-то, также были, ну, по мелочи всякие ящики добавлены, а самое главное, ребята, у нас на провинции в скором будущем появится ОПГ. Сейчас они вроде как в тестовом режиме, но, тем не менее, ребятки, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу того, чтобы вступить именно к бандитам. Мне кажется, что будет довольно-таки интересная механика. Слышь, хватит топтать бой-роллсы. Чё ты по нему лазишь? Ладно, хоть ты легкий. А то, блин, смотри, орла мне не сбей. А, чего? Я даже не прыгал, смотри, как по лестнице ходит. Вот это баг. Отправил запрос, смотри, как. Понимаю. Так, да, ребят, так, покажи мне лучше паспорт. Там все равно в трудовой ничего не видно, у нас ничего нету, потому что мы нифига не работали в последнее время. Вот, смотрите, ребят, то есть новая система паспортов, также лицензии всех абсолютно на права. Покажи, кстати, лицензию на права, прикольно сделали. То есть все плюс-минус, как в реальной жизни, все очень интересно, все прикольно. Короче, ребят, вот так выглядит транспортное удостоверение теперь. То есть сразу видно, в общем-то, какие у вас есть права. То есть вы видите, у меня нет автобуса и поезда, в принципе, я на них никогда не катался, мне это было неинтересно. Но, тем не менее, ребята, это прикольно. Что ж, играйте вместе с нами, шестой серии, ребят, промокодики есть в описании, водите, в принципе, он чисто вам облегчает порог вхождения, то есть дает скидочку на покупку квартиры и машины, то есть это для начала очень даже неплохо. Короче, молодой, давай прыгай в машину, здесь я так понял, что у нас гоночки, ребята, прям с внутренней стороны. Димка рассматривает там свои права. Капот закрой, как поедем-то? Нафиг ты его открыл? Зачем ты его открыл? Надеюсь, он не отвалится, а то один капот стоит, наверное, блин, не знаю, как твоя хата. Так, ладно, давайте аккуратней. Хорошо. Давно его на металлом надо сдать уже. Думаешь? Ну, может быть. Короче, ребятки, на самом деле на провинцию радует, что сейчас стали выходить обновления. Я подписан также в телеграм-чатик. Ссылку, не знаю, вроде она есть. Я оставил ее тоже в описании, ребят. Загляните, посмотрите. Там спойлерят постоянно новую карту. И на самом деле на новой карте тоже много всего интересного. Так, смотри, какой-то чувачок стоит. Видать, гонок хочет. Может, третьим будет. О, нифига, он еще и в шлеме. Это девчонка вообще так-то. А, кстати, между прочим, ну это, конечно, не факт. Как говорится, в интернете я бы девчонкам не доверял. Но, тем не менее, окей. Так, опять ты дверь за собой не закрываешь. Создать заезд, открыть рейтинг. Посмотри, кто самый быстрый гонщик провинции. А, это она и делает. Короче, тут, смотрите, еще Феррари. У меня раньше такая была. Побед 58. Нихера себе, тут люди, конечно, уже накатали. Не, на самом деле, прикольная тема. Да, ребят, давайте я создам заезд. В общем-то, мы с Димкой прокатимся. И, в общем-то, смотри, есть гонка на равных, то есть на одинаковых машинах. Есть, типа, на своих. Я предлагаю прокатиться на одинаковых, дабы посмотреть, у кого скиллуха лучше. Мне кажется, будет интересно. Ну, кстати, прикольно сделано. То есть можно даже марки машин между собой тестировать. Так, окей, тип гонки мы выбрали. Трасса. Есть Альпы, есть гоночный трек и есть песчаные дюны. Я предлагаю прокатиться у меня по Альпам, а у тебя по песчаным дюнам. Я потому что, ребята, на этих трассах никогда в жизни не катался, но они, ребята, часто попадаются в этих, в мероприятиях. Если вы играете на провинции, то вы знаете, что это такое. Я вот ни разу не попадал. Так, выберите автомобиль. На чем поедем? Слушай, нихера, тут все. Тут все можно взять. Ну, Бугатти, мне кажется, мы пролетим просто. Есть ВАЗик. А нет, тут не все, тут Бугатти нету, либо я бы его не заметил. Так, что самое быстрое? Есть Toyota Camry, есть чайник, ну чайник такое, так, Форестер такое, Панамера есть. Все, что есть, Феррари какую-нибудь возьми. Так, биография, Nissan Skyline, Mitsubishi, Mazda, а есть Феррари-то хоть одна реально, очень много всяких Мерседесов стареньких. Авентадор, Хуракан, Урус. Давай по приколу на Хуракане. Хуракан, потому что жесткий. О, количество кругов. Давайте сделаем лимит участников 2. Круг просто я почему-то изменить не могу. Дакарах. Слушай, можно сделать и без урона, без столкновения, но я делать не буду. Пускай машины в хлам будут. Мне кажется, это будет интересно. Ну и ставочку. Давай символичную, не знаю, там 10 тысяч рублей, ребята, сделаем. Типа, ну, просто посмотреть, чтобы какой-то интерес. Так мало, 100 тысяч ставь. Я тебя выиграю, как минимум. 100 тысяч хочу заработать. Ну, давай 100 тысяч, так и быть. Так, я тебе инвайт кинул, залетай. Ну, слушайте, ребят. Будет интересно. Так, ты вроде... К нам еще челик пришел. К нам еще челик, подожди, может, еще у него подъедет. Давай, может, 100 тысяч у него есть. Примем. Пройдем гризли. Не, конечно, за 100 тысяч, говорит, нахер надо, у него и нет, наверное. Короче, ладно, погнали. 10 секунд, ребята, старт пойдет, 100 тысяч рублей, один круг. Жалко, что круги нельзя было повысить, видать, трасса большая. Эльфуманты. Так, ну, на самом деле, тачка такая себе, ее очень сильно носит. Начинается.
Слушай, а прикольно. 200 тысяч ставка. Один круг и два участника. Юрий Паркер и Дмитрий Федоров. Ну, если эффектов на голос бросить, может быть, пойдет. Ёпта, а что у меня полмашины под этой? Под картой. Три, два, один. Ой. Так, мы пристегнуты. О, смотри, как сделано. Так, я тебя пропустил, чтобы тачки... Кстати, тачки ломаются. И чё, похеру, 200 тысяч на кону. Ну так-то 100. Нихера, ты чуть не улетел. Я просто знаю, ребята, что такое Хуракан, у меня эта машина была, и я поэтому особо не газую. А я ни разу на этой карте не катался, прикинь. Я тоже ни разу не катался, я даже не знаю, насколько большой круг. Дым-дым, бэби, я буду тебя любить, даже когда мы на перфе будем в кювете. Так, может, ты уберешься? Ну, сейчас, детка, мы первые. И это... Может, ты уберешься с трассы моей? Блядь, ты что делаешь-то? А как тебе обижать, если ты в центре едешь? Я по внутрь не хотел проехать. Пошел ты! 100к! На кону! Да пошел! Да, сейчас тебе прям, блин. Блин, ребят, слушай, а мне... О, пока! Перетормозил, называется. О! Ты что творишь, блин? Вставай! О, нормально, в игре. Да ты, индюк ты, короче, а не Юра. Вот про это я тебе и говорю. На Хуракане нельзя жать тормоза, понял? Если резко жмешь тормоза на большой скорости, тебя просто выкидывает. Слушай, жди меня! Ты куда поехал? Ты меня минусанул так-то. 200к на кону. Догоняй. Ля, ты не очень. Не, на самом деле там хрен объедешь. Слишком узко здесь. Может, в дюнах пошире будет. Так. Слушай, а клевая трасса? Прямо очень клевая трасса. А... Да, не то, что мы катали по заезженным уже. Слушай, а как мы обратно вернулись? Бля! Ты что, улетел, что ли? А, да, ты снизу где-то, где ты? Да по херу я вернулся, у меня ураган это бэйби. А тебя телепортнул обратно, типа, да? Нет, я сам заехал. А. Так, в смысле, мне надо метку пройти. А я думал, обратно к чиппоинту, типа, последним телепортирует, если прям улетел. Да, конечно. Слушай, охренеть, трасса-то большая. Я не знаю, как вы, ребята, но я бы на ивентах хотел поучаствовать. Просто я почему не участвую в ивентах, по моему времени это очень поздно. А я уже какой-то спуск проезжаю, не знаю, я еду. Я еду целенаправленно к своим 200к. Так. Так. Не, ну типа подождать можно было по-человечески, слушай. Раз, два, три, все. Да, подожди, не, еще подожди. Ты меня догнал, он уже сразу, он же ты рядом уже едешь. Че ты мне тут по ушам ездишь? Так. На самом деле, жесткая трасса, довольно-таки такая. Если машина будет медленная, да, здесь легко. Горит, чего? Покинуть! Не матерись! Так, ты что, все, приехал? Я сдох. Да ладно? Каким образом? Меня дисквалифицировали, я тачку спалил. Серьезно? Ладно, хоть у меня гонка не закончилась, по-человечески сделано. Я теперь могу либо выйти, либо просто наблюдение нажать за тобой. А, ну посмотри, какой я мастер. Слушай, а трасса большая, я уже 3 минуты почти еду. О, мастер, блин. Может, поэтому нельзя делать больше кругов, типа, потому что серпантин большой? Ну слушай, ну прикольно, то есть вот так вот встать можно вот на превьюшечку. Чисто на превьюшечку, правда придется Ламборгини какую-то там копировать, вторую ставить. Возьму просто ПНГшку ставлю, кстати, это все. Да, это финиш. Выигрыш 200 рублей, первое место, Юрий Пакер, 3 минуты 17 секунд, но если с остановками и врезаниями, наверное, 3 минуты. Почему? Слушай, ну, очень быстрый заезд, я предлагаю сделать тебе, может, гонку по дюнам еще одну. Надо чисто проверить, посмотреть. Давай, а потом то же самое сделаем, да, как-то наоборот. На ляму уже будем у меня играть, на ляму. На ляму, у меня ляма в кармане нет, если только одолжишь. Короче, гонка на равных. Слушай, а на своих машинах машину можно из списка прям выбрать, интересно? Но у меня нет ничего быстрого, поэтому на равных поедем. Так, давайте песчаные дюны тогда чекнем, ребят. Автомобиль, на чем поедем? А, тут знаешь, что есть, что есть, что есть? Бугатти Чирон есть! Вот это будет жестко. Так, два участника. А, кстати, у нас же лимит двух участников ставь был. Ставь 200к. А, не, я поставлю символично десяточку. Потому что, мне кажется, мы не доедем на Чиронах, но тем не менее, окей. А, так, все, инвайт. Я тоже, ребят, никогда не катался на этой трассе. Димка уж подавно тоже со мной не катался, потому что мы в таких темах не участвуем. Так, ну ладно, Бугатти Чирон, ребята. Кстати, знаешь, что мы сейчас сделаем? Сейчас будет, если красивый поворот, мы с тобой остановимся, красиво превьюшечку бахнем. Если там нормальная картинка будет. Чисто, как говорится, чтобы было красиво. Ёпа мать.
А че, ты видишь наши машины? Они, они пластмассовые, вообще деревянные, справа внизу. Да. Это что за срань там стоит такая? Печаные дюни. Слушай, давай на старте прям не газуй, я еще превьюшечку сделаю сразу. Если не делается, то у нас забага такая. Ну, короче, поехали на счет три тогда. Раз, два, три. Номера почти похожи. Ема, трактор. О! Бугатти херенно управляется. Я с той стороны, короче, этот... Блин, да. Не, я с той стороны проехал, но вроде чекпоинт взял, я надеюсь. Я ударился. Ну, у тебя минус дверь, смотрю. На мини-карте есть чекпоинт, у меня минус две двери. Серьезно? Казенные тачки, хер ли не ломать их. Ну, как говорится, чтобы доехать до финиша хотя бы. С тобой это уже все понятно. Ну, слушай, на Чироне смотри, как прикольно. Если тачки одинаковые, то есть одна ошибочка, вот я тебя пропустил, тебя не вмазался, то есть я потерял. Я вот кое-как тебя сейчас догнал. Кого ты потерял? Ну, во времени. Короче, если рядом даже проезжаешь метрах в трех, то вроде как берется чекпоинт. А, чтобы не по жизни меня потерять, братан. Финиш, все. А, все так? А, класс. Минута всего, неинтересно. Надо было, короче, несколько этих делать кругов. Ну, в принципе, понятно. Альпу вообще топ. Здесь, ну, плюс-минус наблюдение тоже есть. Покинуть гоночку. Что ж, ребята... Погнали тогда третью катку катать или что? Да нет, мне кажется, нормально будет. В принципе, там просто обычный гоночный трек, который вот этот есть, ребят. Мы его 100 миллионов раз видели, да. Ничего там интересного нету. Короче, ребята, играйте вместе с нами на провинции. Присоединяйтесь, ссылочка в описании. Промокодики тоже найдете без проблем там. А, и самое интересное, что здесь можно участвовать прям бесплатно, поэтому можете прям с друзьями залетать и как бы уже просто приходите в гоночки гонять на любых тачках, даже на Бугатти. Мне кажется, это вообще прикольная тема, да? Особенно для новичков, чтобы посмотреть, конечно, какие вот машины. Что ж, ладно, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Играйте вместе с нами. Провинция 6 серия, напоминаю. Пока-пока. Пока, ребят.